Так, сейчас я его поймаю. В общем, что я хотела сказать, что не обязательно, вот, не обязательно несчастного парня вот так держать, потому что, видите, ему не нравится. Достаточно посадить его на плечо. Так, где моя прекрасная тряпочка? Давай, Маша. Там лицо все равно видно. Ничего. Давай, Маша. Сейчас он повернется. Иди сюда. Вот. Смотрите. Он, конечно, немножко бегает. Можно аккуратненько вытереть хвост. Только надо его поймать. Протру, да. Немножечко игры в прятки и хвост. Зря эту кофту надела. Она очень теплая и очень мягкая. Ему очень нравится, и он вылезает. Вот. Смотрите, короче, ловить его и держать его в мертвой хваткой не надо, чтобы он испытывал негативные эмоции. Вот. Все. Вот, смотрите, как грязно. Конечно, можно и не мыть, в принципе, это прихоть и придурь хозяина, моя личная, но бывает, что они ходят там в какашках, все это пачкается, вон какой хвост грязный. Хотя он кажется вроде не грязным. Можно взять немножко мыла, вот так, и спокойно себе его мыть. Как видите, крыса вообще спокойно реагирует. Я так и говорю, намылить хвостик, Лизунь. Вот у меня дочка еще вот. То есть мы намыливаем его. И все, потом смываем. Сейчас. Он совершенно спокойно реагирует, как видите, и не нужно его держать крепко, чтобы он еще потом запомнил, какой вы гадский человек, как вы над ним издеваетесь. Вот. Тут еще чешуечки, можно немножечко вот так поделать. Он понимает, как будто бы, что да, блин, я свой хвост так не помою. Давай, хозяйка. Сейчас мы проведем всю эту процедуру. По крайней мере, он не пахнет теперь. Сама-то крыса моется, а вот хвост почему-то они свой помыть. Нет, он сам решил умываться, смотрите, он такой, ну раз мне моет хвост, я тоже умоюсь, пожалуй, раз у меня тут водные процедуры, спокойно реагирует, никуда не бежит. Вот я просто смотрела кого-то из блогеров, кто говорит, чтобы помыть крысе хвост, ее надо держать, она, конечно, брыкается, ну, типа, держи. Да не надо ее держать, вон. Он сам стал жопой, говорит, да мой, что-то я не против. Но он сейчас не такой грязный, как когда первый раз я мыла. Вот, теперь мы сейчас с вами просто... Да, Маршал, хотя Маршал у нас самый пугливый. Теперь просто берем мягкую тряпочку, не оттягиваем ничего сильно, не дергаем, не дай бог. Вот так вот. Все. Проверим, что он не мыльный. Можно взять бумажное полотенце, можно взять вот так вот полотенцем. Никому не говорите кухонным, что вы мыли. Все. Вот у нас какая чистота. Пахнет потрясающе. Все. Вот.